Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, прям бери и располагайся, насыпай себе чаечек, наливай пельмешки, мы сегодня будем заниматься прокачкой уже моего берсеркера, и причем, скажем так, ну, прокачка не то чтобы нестандартная, но я хочу из своего героя, как бы вам объяснить, сделать камикадзе. Ставь лайк свой княжеский, подписывайся на канал, пиши комментарий, вообще делай, что хочешь. Понимаешь, ты свободный человек, я тебе прям разрешаю вообще творить что угодно. Огромнейшее спасибо за поддержку, говорю заранее отдельное спасибо спонсорам, кто поддерживает спонсорской подпиской. Ну а мы начинаем. О, наступило то время, когда я уже наконец-то все дело прокачаю. Вчера я выпускал видос с прокачкой моей леди божество, и сегодня будем прокачивать берсеркера. Что я хочу сделать? Я хочу приколоться и прокачать его полностью на урон. То есть я, знаете, не планирую его каким-то образом где-то использовать. Я думаю, для каких-то прокачанных топовых аккаунтов это не самый полезный герой. Для молодых аккаунтов, да, он бесспорно поможет, но из-за того, что данный герой не имеет никаких, скажем, противодействий дебафам, им играть будет сложно. Но, тем не менее, у него есть прикольное умение. Это то, что когда он, во-первых, умирает, он наносит 1000 урона. И это 1000 урона полностью проходит, и ей абсолютно плевать на какие-либо ограничения. Плюс еще бонус заключается в том, что у него есть шанс 66% возродиться. То есть он залетает, понятно, он дело будет ватный, он реагирует на все дебафы, у него будет мало хп и все в таком же духе, но он будет постоянно умирать и тем самым будет убивать героев. Ну, по крайней мере, вот знаете, герой для прикола у меня будет. Возможно, где-то когда-то в PvP-локации он пригодится, зайдет в толпу и как умрет, так умрет. И будет всем нам очень весело. Потому наша задача нам максимум его долбануть на урон. И потом завтра уже выпущу на него обзор, будем пытаться что-то сделать, смотреть, что из этого получится. А сегодня еще выйдет видос с прокачкой силы, потому что у меня остается много ресурсов, я его, соответственно, на максимальный прорыв, наверное, прокачивать не буду, хочу сегодня силу постановить. Так, сейчас у меня 953 800 силы. Так что давай. А, и вечером стрим будет по битве замков. Будем битву гильдии проходить, ковыряться в новой локации. Так что, если вечером нечем заняться, приходите, буду вас рад видеть. Ладно. Ну, как обычно, сразу ему, сразу его на максимум долбим. Так, это мы вот так делаем. Это мы вот так делаем. И как бы, и нормально. Все, 10-е умение есть. Талант ему, ну, я думаю, что ну, порочный пакт. Как бы других вариантов нету. Ну, вот у нас порочный пакт, 67 штук. И, конечно же, мы ему берем и сразу же ставим. Так, я вот, знаете, какое видео я больше всего жду? Это с прокачкой силы. Мне вот прям интересно, ну, открою ништяки у себя на аккаунте. Мне прям интересно, сколько получится силы бустануть. Так, заменяем. Дальше улучшаем, не знаю, есть у меня там эти камни блатные или нету. Слушай, есть, можем вот десятку сделали ему. Далее, что еще? Что еще? Руны. Ну, сразу улучшаем навык. Давай, погнали. Не останавливаемся. Так, 953 тысячи силы у меня было. Потом уже, когда я раскачаю силу, я уже буду смотреть, там, кому из основных героев поднимать прорыв. Но, ой, что я делаю? Все зеленые книжки профукал. Но, ребята, изначально, конечно, для меня важна сила. Потому что я нахожусь в гильдии, в хулиганах. Там уже берут игроков чуть ли не от миллиона силы. Потому, как бы, ну, нужно, как говорится, стараться, друзья. Потому что, если я не ошибаюсь, я вообще последний по силе сейчас в гильдии. Меня еще спасает то, что я не сливаюсь. Вот. Если бы я там еще сливался иногда, то вот точно меня бы уже давно исключили. Ладненько. Что у нас? 50, 57. Есть. Замечательно. Так, усовершенствовать мы тоже сейчас не можем, потому мы просто берем, идем на склад. У нас есть золото, и это, несомненно, кайф, и это, несомненно, плюс. Это все у нас за
решено. Так, усовершенствовать, да, деточка. Так, подожди. И да, давай ему сразу просвет. Про просвет нам забывать нельзя. Просветик есть, герой. Можем, да, его взять и эволюционировать. Повторок у нас нету, но зато у нас огромнейшее количество КГшечек. Так. Это у нас уже первая эволюция. Даже давай эти книги не будем использовать. Давай синие используем. Потом вот такие вот красные. Точнее фиолетовые. Потом вот темно-фиолетовые. Добавить опыт. И уже погнали золотые книги. Все замечательно. Так. Ой, как хорошо. Сейчас бы, если бы не было на складе блаженной маны и блаженного золота, пришлось бы это все потом монтировать, вырезать. А так, бац, вы лайк поставили, я видос пилю. Да, ребят, моя работа вам пилить видосы. Ваша работа, вот, в виде благодарности. Это даже не работа. Вы-то за это деньги не получаете, но вы можете всегда поставить лайк, отблагодарить, написать какой-нибудь комментарий. Ага, так, руны, просвет, давай просветик-то не забываем, просвет очень важно. Есть, мы усовершенствовали, добавляем опыта и просто ему 5 левелов вот так вот набиваем. И мы рады. Так, сколько у меня? 7 книг, 7900. Посмотрим, насколько этих книг хватит. Так, ну все, вторая эволюция. Повторок, конечно же, нету. Просто берем и делаем вот так. Руны. Так, просвет мы тоже не можем. Золото у нас... Не знаю, может быть, оно и есть где-то. Да, да, можем. Можем его усовершенствовать. Немножечко, давай. А, все, закончилось золото. Печаль, беда, друзья. Печаль, беда, тоска. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А тут книжки, понятно. Пускай лежат, они нам не мешают. Усовершенствовать. Улучшить навык, давай. Получить опыт, точнее. 180-й. А, ну и все, и у нас вторая эволюция. Мы взяли и на максимум его прокачали. 200-й уровень. Замечательно. Так, добиваем ему просветик. Добиваем просвет, не останавливаемся. Так, дальше. Оп. И давай, 92-й. Еще раз. Да, сейчас не... А, нет, хватило, смотри. Так, вторая эволюция. 10-10. Все классно, все прикольно. И нам что остается? Нам остается взять просветик ему прокачать. Еще созвездие. А, да, сейчас будет у нас большая проблема. Это созвездие. И проблема нужную чару выловить, потому что у меня ее нету. Потому давай-ка ставим авторежим. Все, погнали. А, да, сейчас пойдем ему ролить созвездие. Созвездиями мы ему даже не точность долбанем, а просто атаку. Просто ему все в атаку. Просто хочется, чтобы если он умер, то он умер. То, знаешь, долбанул, да так долбанул. Вот, и как бы... Будем на это наблюдать, на это смотреть. И, ну, как бы, то есть, я не говорю, что это необходимая для него сборка, в особенности, если вы какой-то молодой игрок, то вам, наверное, его все-таки лучше собрать на жизнь, плюс использовать проклятый доспех, чтобы там взял и не убился, да, об кого-то за счет отражения. Потому что вот то, как я его буду прокачивать, это просто фан. Может быть, там, знаете, какие-то топовые игроки, возможно, так прокачают. Ну, как бы все равно у них этот герой, скорее всего, больше как доп. И... А так будет вот герой, прикол, взял его там в PvP-локации, поставил. И фанишься, бегаешь, смотришь, как его убивают, он взрывается, и всем весело. Да, да, к сожалению, наверное, на арене он не поможет, потому что он не успеет дойти... добежать до толпы, потому что его заранее убьют еще на подходе. Ну, так зачастую будет, но все равно, почему бы и не да. Так, давай. 8,3, 8,4, у нас уже просвет добивается. Ох, какая радость, елки-палки, наконец-то у меня растет сила на аккаунте. Божечки, кайфушечки, кайфоломочки. Так, все, 10-й.
отпускаем. Даже тут 10-1 качнулся. И за счет этого, конечно, ушел вперед. Но ничего страшного. Давай мы ему теперь сделаем аугментацию. Так, аугментация. Да, он вообще куда-то далеко ушел вперед. Где ты? Где ты? Вот ты. Окей, аугментация. Снаряжение, руны. Руны я ему... Это что у меня? Ну да, проклятый доспех, только 9-й. Ну хотя пускай вот бегает с проклятым доспехом, ладно. А дальше там... Потом надо будет смотреть какого-то питомца, который ему там, знаешь, супер питомец, который ему там урон поднимет. Я сейчас просто на халяву ставлю. Короче, надо будет питомца отдельно под него набрать, не хочу сейчас подобрать, не хочу сейчас затягивать видео, да, надо будет посмотреть на созвездие питомцев, но это уже после того, как я их прокачаю, потому что у нас сегодня выйдет видео, там, где я буду силу качать, я там еще своих питомцев буду нормально кидать. Так, судьба, получить снаряжение, улучшить, сейчас вот, конечно, будет весело. Ролить созвездие. Так, окей. У нас вообще видео может быть долгое по той причине, что... Ой, потом... По той причине, что неизвестно, сколько мы будем ролить суперсилу. Вот сколько я вчера там ролил. Но у меня как бы суперсилу так выбить и не удалось. Так, созвездие. Созвездие, друзья. Чё, это мы тоже открываем. Подожди, надо, наверное, как-то мне передвинуться, чтобы вы все видели. Так, атаку, давай, угораем, даже не точность, а именно атака. Атака четвертая, это не катит, смотри, как назло уклонение, сразу упало пятое, да? Это нам не катит. Это нам не катит. Смотри, просто назло падает уклонение, сволочь такая. Точность пятая, да. Как бы, а чё бы и не падать, да, уклонению, точностью, топовым созвездием, когда мы ищем атаку. А атаку нам давать не обязательно. Ведь так, рандом, четвертая атака, не серьезно. Когда не, вон, точность пятая была. Когда не надо, атака просто вылетает, как не в себя вообще. Атака, жизнь, крит, урон, хурма. Урма. О, пятая атака. Да что ты будешь делать? Аллилуйя. Давай дальше. Крит удар. Все не то. Короче, Егор крит выпал. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тоже все грустно. Тоже грустно. Четвертая атака. Четвертая атака, да ёпта. Должен все самоцветы потратить, что ли? Вот, пятая атака выпала. Еще атака. Так, у нас три атаки. Замечательно. Так, четвертую атаку мы не оставляем. Мы ищем пятую. Так, крит удар. Хочу атаку. Мне плевать, я собираю его по фану. Я собираю... Тебя, мой друг, по фану. Уклонение. Да, чё-то, конечно. Вчера пока качал Леди Божество. Так, четвертая атака. Вчера качал Леди Божество, как-то везение было, конечно же, намного больше. Так, у нас еще 30 тысяч самов. Так. Давай! Уклонение, жизнь. Нет, не то. Атака четвертая. Да что ты будешь делать? Точность. Ну, блин. О! Атака. Еще четвертая атака выпала. Так, теперь за 450. Ну, надеемся, что... Так, четвертая атака и вторая атака. Вот я бы... Вот в обычной ситуации я бы так и оставил бы. Но нам нужна пятерка. Для чары. Давай, пятая атака, приди.
крит-удар, уклонение, крит-сопротивление. О, пятая атака и, допустим, третья уклонение. Ну, хотя давай just for fun. О, третья атака. Ну, пускай. Так, теперь давай карточки ролить. Сразу упала атака. Ну, давай посмотрим. Может, хотя бы, чтобы две пятерки выпало. Так, атака и точность. Вот, сейчас, конечно, ну, в целом, ребят, все получилось достаточно неплохо. Вот, как бы картина достаточно приятная. Но мы не останавливаемся. У нас еще, ребята, судьба. Так, 70 тысяч максимум. Ну, не так уж и прикольно. Но до какого-то определенного уровня мы прокачать сможем. Сила у нас тоже прокачается. Так, сейчас у нас закончилось золото. Ничего страшного. Просто золото берем, расчехляем. Потом у нас, конечно, еще, возможно, закончится мана. Так, судьба. Ну и завтра выпущу уже обзор, наверное, как бы там на берсеркера с другого аккаунта я брать не буду. Я именно сделаю обзор на моего берсеркера. Там уже попытаемся найти какие-то сценарии того, где его можно использовать. Это, конечно, вряд ли будет, но я знаю, что у меня вот такой будет герой, камикадзе, который будет меня веселить. Иногда буду его где-нибудь использовать. Так, значки почета закончились. Так. Слушай, у нас даже видео не слишком долго получается. 17 минут пока накапало. Это прям хорошо. Ой, значки почета. Надо книжки продавать. Книжки. Так, окей, все. Значков почета нам точно хватит. Где ты? Судьба. Давай, улучшаем. Так. Заканчиваются у нас уже камни судьбы. Так, 60. Опа. У нас синие кристаллы закончились. Но их у нас много. И это не проблема. Так, возвращаемся. Судьбинушку качаем. Вот теперь у нас тут судьба закончилась. Все, мы его качнули на 92 уровень. Вот такие вот дела. Что у нас по результату получается? Вот такой вот он у нас пока что. Стой, мы же ему чару. Ой, да, я ему забыл чару. Чуть самое главное, это не за... Священный суд пятый. Ага. Подожди, тут уже надо смотреть. Стой, что-то я запутался. Вот какой у нее реально стоит священный суд? У нее пятый стоит, да? Ну да. Окей. Все нормально. Дальше. Бард. Созвездие. Так. Ну да. Слушай, давай барду поменяем лучше. Заменить. Вот бард у нас теперь красивый. Хорошо. Дальше еще раз снаряжение поменять. Давай погнали дальше. Жаль, вот эта вот пауза. Хотел бы, блин, ролить. Ну вот каждый раз тебе надо ждать. Обряд лечения. Давай пока на первое время ему поставлю. Но мне нужна суперсила. Суперсила, приди. А если еще будет пятерка, то вообще огонь. Посмотрим, как долго придется ролить. Может быть, я даже возьму, сделаю быструю перемотку для вас того, как я ролю. Так, удар ПВО.
Суперсилу давай. Потому что вот вчера тоже ролил. Не было суперсилы. Вот, ну, не падало. Конечно, и вчера я не так много и поролил. Но, тем не менее, вот-вот не падала суперсила. Не хотела. Недомогание. Очищающий удар. Так. Помощь борца. Когда я уже вообще там героем-то доберусь, поменяю созвездие. Там уже Анубису, наверное, поменять созвездие. Так, Тампельер. Эй. Мастер клинка. Суперсила четвертая. Ну, как бы давай, да, но... Хотелось бы пятую выбить. Но потом, я надеюсь, я какой-то стрим возьму, доберусь. Паролить чары там. Поулучшать чары, да. И как бы и тогда как бы ему добьем. Ну, вот сейчас нормально. Даже я это ускорять не буду. Вот он наш братиш. Красивый, полностью на урон. Суперсила. Давай его. Давай его поставим. Дожди-ка. Поставим, попробуем пойти умереть. Пришлось перезаписать, вылетела игра. Смотрите. Без вас уже бегал. Ой, ваш противник сети. Без вас бегал. Первый раз у меня не получилось. Он не успел до героев дойти. Ну, тут как бы... О, вот тут герой рядом. Давай посмотрим, что будет происходить. Но надо просто, чтобы он как-то успел... Ой, видишь его? Вырубают. Но он взрывается. Он промахнулся по огнекрылу. И как бы все. Не, ему можно там поставить, конечно, оживу, там, какую-нибудь десятую. Но это уже будет совсем другая история. Но в любом случае будем тестить. Завтра сниму на него обзор. Там уже подберем какого-нибудь питомца, там уже будем смотреть, с чем выгоднее бегать, там, с оживой, не оживой, или именно с проклятым доспехом. Но вот именно какая-то такая PvP-локация, толкучка какая-нибудь, знаете, там, а-ля лабиринта, ну, хотя в лабиринт уже многие не ходят, то это было бы весело. Смотри, его даже вот просто, когда его ваншотят, бац, он там половину забора вынес. И это прикольно. Ну, как бы, герой, возможно, для меня бесполезный, но... Он реально веселый. Давай. А вот сейчас, смотри, проценты не сработали, и он не оживился. Ладно, давайте, ребят, на этом все. Сильнее видео затягивать не буду. Пожелаю вам огромнейшей удачи, ребятушки. И всем пока. Спасибо за поддержку.